Так, в Адлерском районе при проверке магазина на улице Гастелло табак продавали, несмотря на то, что до ближайшего детсада менее 100 метров. Всего в торговом павильоне обнаружено и изъято 150 пачек сигарет. Следующим пунктом проверки правил торговли стало кафе в поселке Красная Поляна. Там установлен факт продажи алкоголя без лицензии. Всего обнаружено и изъято 180 литров незаконно реализуемого спиртного. Большое внимание сотрудники полиции уделяли магазинам пиротехники. За 2 дня рейдов было выявлено 3 магазина, которые ее продавали с нарушениями законодательства. Всего изъято свыше 3000 изделий. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают штраф и конфискацию незаконного товара. Подобные рейды в Сочи будут проводиться постоянно.